Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Сегодня мы приготовим еще один вкусный салат с баклажанами. Давайте воспользуемся сезоном по полной программе. И приготовим максимальное количество рецептов с применением баклажанов. Репчатый лук нарежьте крошкой. И будем обжаривать его на растительном масле. И пару баклажанов очистим от шкуры. И нарежем средним кубиком. Примерно сантиметр на сантиметр. Продолжим обжаривать баклажаны вместе с репчатым луком. Соль и черный перец добавим чуть позже. Пока баклажаны обжариваются, мы с вами нарежем отварной картофель средним кубиком. Примерно так же, как мы резали баклажаны, можно чуть помельче. Баклажан готов. Добавляем соль по вкусу и черный перчик. Оставим баклажаны остывать. Отварные яйца, так же как и картофель, режем крупно. Два спелых помидора также режем, как и все предыдущие продукты. Из зелени я буду использовать кинзу и укроп. Кинзу можно заменить на петрушку. Выкладываем баклажаны, жареные с репчатым луком. В качестве заправки можно использовать растительное или оливковое масло, но мы с вами возьмем 100 грамм майонеза, 1 чайную ложку горчицы, 1 столовую ложку соевого соуса и 2 зубчика измельченного чеснока. Все перемешаем и получим очень вкусный пикантный соус. Перемешаем аккуратно салат, выложим на порционную тарелку и польем сверху ложкой пикантного соуса. Ставьте лайки и готовьте с удовольствием. Всем хорошего дня!